Инициатором этой встречи, которая прошла в форме диалога, выступила администрация района. В прошлом году сюда обратилось большое количество местных инвесторов и бизнесменов, работающих в муниципалитете, с просьбой разъяснить некоторые технические вопросы, которые возникают во время сдачи отчетности в территориальный орган статистики. Мы со своей стороны, как администрация Одинцовского района, данную встречу оформим в протокол, основные вопросы точно так же для себя их выделим, сделаем, может быть, какую-то памятку для тех, кому сегодня не удалось попасть на данную встречу, чтобы мы могли точно так же уже после данной встречи давать профессиональные, правильные ответы. Бизнесменов также попросили ответить на несколько вопросов в анкете с целью развития инвестиционного потенциала Московской области. Например, выделить из перечисленных административных барьеров те, которые, на их взгляд, являются наиболее существенными для ведения бизнеса. О правилах предоставления статистической информации рассказали представители государственных органов. Предприятия, представляющие первичные стат-данные, данные предприятия сводятся в определенный разрез по видам экономической деятельности, по муниципальному образованию, но в сводном виде. Собравшиеся узнали и об основных нюансах предоставления статотчетности, о требованиях к ней, об электронном документообороте, который в Одинцовском районе увеличивается с каждым годом, а также о форме федерального статистического наблюдения П2. Анна Макарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».